Ребятушки, смотрите, что хочу вам показать. Вот раньше, когда дверь закрывалась, и вот она ручкой каждый раз билась в стенку, да? И вот тут образовывалась вот такая вот вмятина. Потом я купил вот таких вот рыбок. Смотрите, одевается на дверь вот так вот. И смотрим. Да, теперь дверь упирается вот этим рыбьим хвостом. Есть они разные, да, там, смотря какие у вас ручки, большие, маленькие, можно этой стороной, этой. В общем, прикольная вещь, как бы стоит 5 копеек, а очень полезная. Вот, тем более, если у вас там двери расположены таким образом, что в квартире постоянные сквозняки. Да, я хочу заметить, при съемке этого видео ни одна рыба не пострадала. Материал это не резина, что-то среднее между резиной, пенопластом. В общем, такое достаточно упругое, но и не мягкое, а в меру жесткое. В общем, это все. Всем спасибо за просмотр, всем пока.